Да, привет, ребята, на Mercy Radio, группа Greedy Knows No Remorse. Вы только вот выступили, еще не совсем пока пришли в себя. Да еще. Да, уже в себе. Вполне. Как группа в себе практически. Отлично. Мы, кстати, с вами, группа Greedy Knows No Remorse, общались ровно год назад, в мае прошлого года, когда вы в Бруклине альбом презентовали. Что у вас вот изменилось за этот год? Кроме того, что у вас гитарист появился. Басист и гитарист. И, басист тогда уже поменялся. Да. Добавился. Ну вот Витя может рассказать. Да. Вот можете полюбоваться на этого прекрасного мальчика, молодого Андрея Борисовича. В Гонконге усыновленного. Да, именно так. Мы все время шутим. Выращенного. Ну вот, короче, это наш старый друг. Раньше он играл дикий хаотик хардкор в группе Шиба. Вот, это наша, так сказать, бутовская тусовка. Мы там угорали раньше. Я думаю, что рано или поздно это должно было произойти, что он будет играть вместе с нами, чему мы, собственно, очень рады. Борисович, тебе слово. Ну, кстати, я помню, год назад вы говорили о том, что вы сейчас с одной гитарой, пришли к одной гитаре, и вам так комфортно, и ничего не хочется. Я расскажу. Да. Ты не знаешь правды. Да. На самом деле, нам, в принципе, как бы было комфортно, действительно. Закрой уши, не слушай. Просто на каком-то концерте Женя, напившись, такой Борисович, говорит: слушай, а давай-ка ты с нами концерт сыграешь. Ну, попробуем, две гитары, а вдруг прикольно будет. Ну и потом что-то как-то так неудобно было его гнать. Вот он остался у нас навсегда теперь. Вот. Хотя в одну гитару было весело. Но сейчас все-таки пожирнее, и мы, да, признали, что в две гитары все-таки круче. Мы вот сейчас общались с Жекой из 5 Диез в гримерке, и он сказал, что Гризли сейчас будут отходить от южного рока. Вот куда вы будете отходить? Да, мы уже, да, как уже бы, в принципе... Ушли. Да, уже на новом альбоме, мне кажется, достаточно сильно отошли от южного рока, потому что как-то нам особо, ну, надоело, что ли, не знаю, что-то такое играть. Хотелось что-то, ну, что-то более широкого, что ли, не знаю, просто какого-то рока, хардкора. Мне просто самое забавное, что вот интервью было и год назад, могло быть интервью, там, я не знаю, оно может быть и через год взято, и ответ на этот вопрос будет все равно один и тот же, потому что нового альбома не будет пока что. Ну, пока. Ну, извини, знаешь. Я пытаюсь тебя через интервью перед людьми как бы пристыдить и мотивировать что-то писать. Не работает. А ты ответственный за написание. Да. Они просто вообще ничего не умеют. Ничего не умеют. Да, они так не учат. Ну, а пока это что-то нет, ничего не вдохновляет пока на новый альбом? Да не знаю, я просто особо что-то пока не понимаю, в какую сторону двигаться. Хочется не играть одно и то же, не переигрывать старый материал, а хочется что-то добавлять более интересного. Не знаю, пока я не могу нащупать. Баронесс послушай. Да, послушал, крутая группа, чувак. Вот. Хотя, кстати, да, вот Баронесс, возможно, что-то такое будет ходить. Ну, не в чистом виде, естественно, блядь. Совершенно, да. Гармонически они очень крутые. Да, так что послушайте. Вот, а так просто не хочется, говорю, высасывать все это из пальца. Хочется, чтобы прям поперло круто и все такое. Поэтому сроки какие-то мы не будем указывать. Это как, типа, когда эта игра должна выйти, ты предзаказ сделал, а, типа, переносят дату. Но они же допиливают, блядь, тебе же не нужно 10 day one патчей. Вот тут так же. Лучше дольше, но зато пиздато. Ну, да. Чем потом, ой, ребят, ну ладно, мы пересведем, подожди еще чуть-чуть. Кстати, видел, у тебя еще появился какой-то канал и группа, где ты разбираешь там какие-то треки. Да, да мы это самое, вот с Аней, барабанщиком. Как бы у нас просто после выхода альбома в группе Greedy Knows No Remorse ВКонтакте какой-то появилось затишье некое. И мы решили хоть как-то это разбавить там разборами песен наших и, ну, и замутить какой-то небольшой канал. Может, там только ваши песни? Я видел, да, ты что-то... Да, только наши. Нет, там... Нет, ты сам с собой играешь там. А, ну это я сделал каверок на Оззи Осборна. Это больше, скорее, даже было... Не знаю, ну... по угару попробовать, то, что было нечего ну, делать. Ну, там же не разбор, да, это просто ну, да, это так, видео. Просто такое, типа, пародийное видео, действительно. Вот, а так это, Дима, сделано для того, чтобы просто хоть разбавить как-то, потому что никаких инфоповодов нет, как-то скучно ну, да. И народу, и нам, и хоть чем-то ну, занимаемся, если хотя... если стараться именно генерить какие-то идеи, они, скорее всего, хуевыми получатся. Они должны сами прийти. Ну, поэтому, да. Ну, пока ничего связанного с группой особо не происходит, только там концерты периодически даем, мы еще что-то стараемся подливать. Какие-нибудь мемесы, может, пилить начнем, хуй его знает. Кстати, о концертах. Вы же этой весной поездили, да, по городам там ну, где-то? Что это было? Где вы были? Это... И в марте что-то было, и дальше вроде что-то было, да? Ну вот Виктор помнит лучше, это уж точно по датам. Да, я бы не сказал, что я помню лучше, но там было что-то из серии 4 или 5 городов. Мы так решили, что, так как мы, вот, особенно я и Саня Карпухин, супер занятые модные музыканты, работающие да. В 50 группах, и нам очень сложно ездить в какие-то длиннющие туры, вот, и мы решили просто ездить небольшими кусочками, там, съездить там на север, там, на юг, не знаю, по 4 города, и просто в разный там период времени, там, с интервалами, там, в
три месяца, что-то типа того. И сейчас вот мы съездили в Краснодар, Ростов. Да. Вот. Ну, было круто, и Саратов. Приятно, что народу становится больше на концертах. То есть мы сравним с туром, когда мы ездили с Изов Дисгаст, когда народу было поменьше. Ну, тогда да. и не было у нас нового альбома, и песен было меньше, но в целом... Такая динамика положительная, даже более чем. Да, но вопрос в другом. Она как бы по времени растягивается очень долго. То есть, да. может, лет через 10, и уже будет совсем все везде радостно и лучезарно. Но, бля, за 10 лет дохуя что может измениться и произойти. Ну, да. Это к тому, что надо работать все-таки не только на эту замечательную страну, но и, блядь, на хотя бы на ближайшие, а может и дальние, заокеанские. Кстати, у вас какие-то, может быть, в перспективе там планируются выезды за пределы России куда-то? Да, ничего не планирую. Чтобы что-то планировать, надо, чтобы были какие-то связи и возможности. Если это появится, то, конечно, сделаем визы и поедем. Это не так трудно. Вопрос в другом, что... Какого уровня будет движ там, да? В том числе, да. Ну, то есть, как это все будет обставлено, блядь, и все говно. Ну, это слишком сложный вопрос, чтобы сейчас его рулить. Нужно понимать, как это все устроено. Я, например, вообще не понимаю этого. Кстати говоря, вы подписаны на вот этот вот лейбл Zero Hero? Вы сотрудничаете? Нет? Нет. Ни на кого не подписаны. Мы занимаемся саморекламой, самораспространением, самовживлением себя везде. А почему? Это, как идеология такая DIY-ная или просто так получилось? Нет, просто объективно мы можем также нашу музыку абсолютно донести, как и любой абсолютно российский лейбл. А поэтому зачем морочить людей и что-то делать? Ну да, мы же как бы пробовали. Если бы лейбл объективно предлагал какие-то вещи, которые мы сами сделать не можем, допустим, мы сами и мерч можем нарисовать, мы сами можем его напечатать, так что с дисками, что с майками. Соответственно, если у нас нет с ним проблем, то и надобности в лейбле нету. Ну, может быть, у них просто какие-то возможности есть там дополнительные по дистрибьюции, там еще почему-то. Ты не знаешь, сейчас вся дистрибьюция цифровая и, блядь, кому надо, тот на халяву скачает. Отлично. Может, что-то расскажете по поводу диезов, вот этот формат концертов? У вас же был подобный в Питере еще до этого. Вот эта вот афишка, как она появилась с осьминогом? Афишу рисовал, я не помню, к сожалению, имя человека, но я ему даже писал, думал на тем мерч что-то замутить, но как-то все заглохло с моей стороны непосредственно. А вот раскрашивал ее как раз, насколько я помню, Женя из Диезов. И, в раскрашенном виде она так появилась. Я могу ошибаться в одном из вариантов, вроде бы. И, вообще идея клевая. Я не знаю, кто ее придумал, если честно, но она... Мы же медведь. Да. Нет, я знаю, я и говорю, что это очень круто. Я просто не в курсе, кто это придумал. Но это очень круто, это очень здорово. Кстати, вот вы сегодня здесь отыграли. Помните, как это было в Питере, если сравнивать? Что можно сказать? Я не знаю, но в Питере публика... Я бы не сказал, это менее там колбасящийся или что-то еще более слушающее, может быть. А здесь люди, на мой взгляд, любят больше потанцевать. Хотя и подпевают, в принципе, одинаковые. Да, я думаю, что в Питере было не хуже. Было я не говорю, что было хуже, нет. Несколько разное настроение в зале было, и все. Возможно. А чем, интересно, это вызвано? Другие люди живут в том городе? Не знаю, климат другой, заведения фастфуд другие, не шурма, шаверма. Столько разниц. Хер его поймешь. А вот сейчас летом какие-нибудь, давайте, может быть, у вас спрошу, чтобы вы не скучали. Какие-нибудь летом летние фестивали планируются? Не планируется. Почему вам этот формат не нравится? А нас никуда не зовут. Окей, и у нас такая вот рубрика есть, я не знаю, как-то вы отдельно друг от друга, хочется вас связать. У нас есть рубрика, появилась, называется 8 рандомных групп, где мы называем название групп, и вы, не раздумывая, какие-то ассоциации попробуем сделать. Вот, например, группа Every Time I Die. Умираю каждый раз, когда нахуяриваюсь. Спиздили все мозло. Давайте, может быть, к ним и к теперь к вам. Every Time I Die. А я прослушаю. Какие ассоциации вызывает группа Every Time I Die? Every Time I Die. Мужики волосатые, играют рок. И мой друг барабанщик, который бывший. Расскажи свою крутейшую историю, как вы с ним общались. Да, мы очень долго общались с барабанщиком, а я ему сказал, great drumming, он сказал, thanks, man. Интересно, да. Они как-то друзья теперь переписывают. Facebook, да, сблизил? Нет, я подписан на него в Инстаграме. Это самая необходимая информация. Окей, может, пару слов о группе 5DS, вот вы сегодня с ними играли. Как вообще у вас такой союз получился? Кстати, я не знаю, пару получилось. Слов о группе 5DS, это белорусы, бульбаши, хуярят, здорово, дреды и агрессия, ярость. На самом деле, я не знаю, как так получилось, что мы заметили несколько концертов, но
Я прям дико рад, что что-то нас свело, и да, это чуваки офигенные охуительные. Чуваки, крутые музыканты, с которыми мы офигенно угорели в Питере, и как бы продолжаем поддерживать связь, отношения и все такое, и как бы я думаю, что подобные концерты будут еще происходить, и как бы мы будем этому только рады. Да, только рады исключительно. Вы что-нибудь про 5DS? 5DS, отлично, 5DS играют, круто, молодцы. Спасибо. А группа AC/DC? Одинаковые барабаны, и высокий вокал и, бля, какие-то уебанские гитары примитивные. Да ладно, нормальные гитары ты заебал. Мне не нравится. Я понимаю, вклад в музло, это все прекрасно. Как ну, и Металлику. Металлика да. При этом вообще Judas говно, Priest, как чувак, мне кажется. Конечно. Judas Priest — лучшая группа на свете. Какая? Judas Priest. Он очень тупой. Витька одобрил мой выбор. Нет. Окей, группа есть такая Wild Ways, мы недавно с ними общались, и я им в рубрику 8 рандомных групп предложил Grizzly Nose No Remorse, и они сказали, сразу такие взбодрились, типа, о, да, это наши кореша, они очень крутые, вот группа Wild Ways. Мы играли с ними, когда они еще были с Arrow Is Mighty. Я скажу честно, не буду там клеветать, пиздить, я вообще нихуя не понимаю, зачем они такой имидж выбрали, честно. Ну, мне это очень далеко от меня, но я вообще не понимаю. По мне так это выглядит больше, возможно, это призвано шокировать и прочее, но как по мне это выглядит больше, ну, как-то неуклюже, что ли, блядь. То есть, ну, попытка смешать все вот это воедино, как по мне, это не очень здорово. Но если люди слушают, значит, людям это надо, это здорово и прекрасно. Не, ну, играют они круто, чувак. Играют хорошо и качественно, здесь сказать нечего. Wild Ways. Wild Ways, отлично. Отлично, ребята. Кирилл, барабанщик, супер. Окей, группа «Пантера». Это хорошие, все, что я хотел сказать. Эти мне нравятся. Ну а что про них можно сказать? Там даже нечего говорить. Группа «Пантера» охуенно, а нынче Фил Ансельмо пидор ебаный. Ну, блин, извините, годы берут свое. Да-да-да, и героин. Хорошо, еще такая группа, ну, наверняка вам знакома, The Belch. Да, конечно, охуенные. Да. Секач, там, тут больше нечего сказать, охуенные. Еще когда-то была группа Краст, если помните. Да. Коста-Рика, вот Рифт, Юнайтед Сайнтис. Чего? Что? Про Белч и про Краст что-нибудь расскажи. Белч, Краст, да. Что Белч? Белч, Секач, гитара Гибсон, как у меня, Серега, все мои кореша. Но Белч и Краст вообще, в принципе, очень мои близкие кореша вообще с самого начала. То есть в Белче там половина состава Шиба сейчас играет, вот. Лучше половина, вот. Краст — это ребята, которые, в принципе, в свое время там очень в андеграунде были очень крутые, собственно говоря. И самое главное, они поддерживали весь DIY, который шел тогда от этого. Поэтому Краст, чуваки, если вы живы, всем привет. Группа Norma Jean. Крутая группа. Охуенно, абсолютно охуенно. Every Time I Die только, мне кажется, посерьезнее в целом и похаотичнее. Не знаю, мне Every Time I Die больше нравится. Ну, это уже вкусовщина, обе группы охуенно, просто кому-то ближе что-то и все. Они одинаково крутые, однозначно. Ходили на их концерты, они же приезжали? Я, к сожалению, не был на Норме, я вообще по концертам практически не хожу, потому что я ленивый как пиздец. Как раз, по-моему, кстати, на Norma Jean разогревали Белч. Когда? У нас женек был. По-моему, был женек. Ну, он обычно везде есть, только здесь его нет, блин. Да. Ну, он работает, мерч там все, он бизнесмен. А, он сейчас на мерче? Конечно. Понятно. Ну и последнее, чтобы как-то так закончить более, ну, не знаю, группа Аматори, что-нибудь скажете про группу Аматори? Ну, Славу мы узнали, когда он играл в группе The Wheels of Sorrow. Узнал, как он пошел в Аматори, но мне кажется, они стали лучше. Ну, однозначно лучше, чем были до этого, взрослее, стали звучать интересные. А Аматори времен черно-белых дней, скажу честно, мне вообще, блядь, нихуя не нравится, говно, по-моему, ебаное. Сейчас стало лучше, однозначно. Что-нибудь про Аматори скажете? О, про Аматори, да. Скажи. Мне кажется, Женя бы сейчас мог сказать, да, что-нибудь? Да не, ничего не могу сказать поэтому, потому что я их не слушаю особо, честно говоря. Но, насколько я помню, по первым составам, ну, ребята очень качественно, очень филигранно подходят к своему мозгу. То есть, ну, вот единственное, что я сейчас могу сказать. Ну все, не будем вас отвлекать, спасибо, что нашли время пообщаться. Спасибо. Да, спасибо за крутейший концерт, был прям огонь. И на сцене, и в зале.